размовляли у Гомельской библиотеки филиале номер 5. Сегодня у Международный день сляпых на встречу с неведущими и слабоведущими людьми пришли адвокаты. На початку диалогу прогучала фраза, якая примусила глубоко задуматься. Инвалиды сами, кого хочешь, научать. У этом упевнилися наши корреспонденты. До початку встречи 10 хвилин. Каб не марновать час, подошли до молодого человека, який у соседнем кабинете. Двери туды были отчинены. Працавал за ноутбуком. Оказалось, это достатково вядома не только у Гомеле, але и далей поэт Владимир Чараухин. Тут на предприемстве «Светлотехника» он амаль год працуе инструктором-методистом по социально-працовной реабилитации инвалидов по зроку. За этот час его подопечными были каля 20 человек. Нехто жадал научиться управляться со смартфоном, иншим треба было овладеть работой. Работать за ноутбуком, за психологической допомогой, бо Владимир мае отповедную специальность, так само звертались. Причем не с проблемами, связанными со стратой зроку, а со звычайными, что дзёнными. Сколько времени нужно, чтобы человек овладел работой? Я думаю, что от половины года до двух, я так меркую, потому что так просто сходу не хапают, особливо люди, которые старшего возраста. Молодого легче, конечно. Тут у меня есть, например, хлопец подопечный, якому 15 годов. Ну, ему амаль що нічого тлумачить не треба. Показав, він тут же ухопив. А чоловіку, якому там за 60, наприклад, є більш такі стали користувальники, так? А є чоловік, якому треба раз за разом одні і ті ж самі навики відпрацьовувати, аби замацувалися. Ви займаєтесь індивідуально, так? Звісно. Кожен рухається зі своєю швидкістю. А потом почалася встреча с адвокатами юридичной консультации Чыгуначнага района. Спочатку погутарли о правах покупников, потом рассказали об изменениях у законодавстве, якія тычацца абсолютно кожного человека и могут быть корыстными у штодзённом житті. Не обошли и такие темы, как працоўладкаванне, пенсійнае забеспячэнне, адресная допомога. В этом году нам поступили вопросы по защите прав потребителей, по брачному договору и другие. То есть это не специфические вопросы, которые касаются только инвалидов, а обычные граждан, обычные жизни людей. А кроме консультации специалистов, инвалиды по зроку сами находят для себе потребную информацию. У библиотеки обсталеванный куток с компьютерами, которые имеют специальные программы. Тут же гонор библиотеки – электронная лупа. Дякуючи этому прибору, слабовидущие люди могут читать. На полицах книги со шрифтом Брайля. Але життё яно и за межами предприемства. И тут слепым гамельчанам так само потребны допомога и подтримка. Не только на предприятии сегодня работают инвалиды, они проживают в городе, и мы всегда скажем, и для них организуем здесь встречи с юристами, с писателями, музыкантами. Различное направление у нас сегодня, как сегодня, скажем, звучит, социально идет реабилитация. Она идет как социальная, скажем, интеграция в наше общество. На Светлотехнице, так само его филиале у Мазыры, працуют свыше 180 инвалидов по зроку. Это единое предприятие в регионе, которое занимается працоўладкаваннем этой категории граждан. Марина Джала, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».